4 апреля 7 бригад предприятия «Сфера» приступили к выполнению муниципального заказа на территории Таганрога. Стоимость контракта составила 16 миллионов рублей. За эти средства подрядчик обязуется до конца года провести две сессии по нанесению дорожной разметки. Первая проходит сейчас весной, когда после зимних колебаний температуры и погоды разметка требует полного восстановления. Вторая сессия пройдет осенью. Все, что за лето придет в негодность, снова будет восстановлено. На сегодняшний день в приоритете разметка пешеходных переходов, а после дорожники перейдут к другим работам, таким как осевая разметка и границы остановок общественного транспорта. В настоящее время у нас проводится приоритетность работ по пешеходным переходам, направленные на места концентрации ДТП, аварийно-опасные участки, дошкольные, общеобразовательные учреждения, а также социально значимые места города. Данная разметка наносится при помощи материала термопласт, долговечного материала, функциональная долговечность которого составляет 1 год. 435 пешеходных переходов. Такое количество разметок должна выполнить подрядная организация. Впервые с этого года при нанесении разметок используется тот самый неубиваемый материал термопласт, который прошлые годы применялся на таганрогских дорогах лишь частично. Продержится ли он год, как заявлено, покажет время. А пока хочется обратиться к водителям. Будьте аккуратнее и терпимее на дорогах. Уважайте труд рабочих, которые делают разметку дорог. Данный подрядчик зарекомендовал себя как добросовестный, выполнение качественных. Не первый год работает город Таганрог с данной организацией. Нареканий по работам у нас не возникает. Все выполняется полностью в срок, согласно выданным графикам и заявкам.